Бандите! Все, что вы прямо сейчас видите, это торт, который никогда раньше не делал никто в мире. Свадебный торт из белого шоколада. Полная копия немецкого дворца Цвингер. Его высота 3,5 метра, длина 7 метров, а вес 4 тонны. Внутрь торта встроены 10 огромных экранов, которые транслируют видео первого танца молодоженов. Этот невероятный сладкий шедевр из белого шоколада – творение Рената Акзамова. Ренат Акзамов – легенда в мире кондитеров. Его называют королем тортов. Уникальные торты Рената украшают самые дорогие и помпезные праздники арабских шейхов, первых лиц европейских государств и звезд мирового уровня. Недавно король тортов принял решение искать себе правую руку из народа. Из тысяч заявок Ренат лично выбрал 15. Кому предстоит начать борьбу за должность его правой руки сегодня, решит жребий. Добро пожаловать в мой сладкий мир. Номер 13. Сегодня твой день. Номер 2. Смотрите прямо сейчас. Кто же эти два счастливчика, для которых откроются ворота в святую святых на фабрику Рената? О, Ренат, боже мой, неужели я его увижу? Что шокирует Рената в первый день работы с новичками? Конечно, это жесть. И кто сумеет вывести из себя короля кондитера? Я сейчас очень что-то смешное сказал. Нет. Знакомьтесь, Ольга. Кондитер-самоучка, печет торты на дому. Амбициозно, трудолюбиво, талантливо. И я обожаю свое дело. Ренат, боже мой, неужели я его увижу? Ну, могу честно сказать, я все это умею. Но если девочки мои узнают, что я, боже мой, встречалась с Ренатом Акзамовым, о боже, они мне обзавидуются. Евгения, 29 лет, креативная и пробивная, владеет кондитерской. Любимый инструмент – это скалка. Такая скалка. Я думаю, что у меня есть все шансы на победу. Все будет круто. А потом Бог. Здравствуйте. Бог. Здравствуйте. Привет. Привет, как тебя зовут? Оля. Очень приятно. Женя. Ну, кто мое место занял? Мой трон царский. Я думаю, что тебе имеет смысл туда пересесть. Ну, расскажи о себе, Олечка. А мне 28 лет, я домашний кондитер. Угу. Крошка маленькая. У девочки красивая улыбка. Ой, благодарю, спасибо большое. Я, кстати, не замужем. Я учту. У меня двое детей, пеку дома. Инстаграм ваш, твой, смотрю. Угу. Ваш. Не получилось. Я заметил, что у Оли начался такой эмоциональный женский флирт. Ренат, ну... Я как бы с мужчинами привлекательными не могу иначе себя вести. Жена Рената, прости, пожалуйста, я ничего не хотела. Я просто так флиртую со всеми, уж извините. Буду продолжать. Нет, с ним? Нет, наверное, нет. Хотя посмотрим, не знаю. Ну, расскажи, Жень, о себе. Мне 29 лет. Mm-hmm. Я уже тоже почти не замужем. У меня трое детей. У тебя трое детей? Нереально. Что-то понабрали, да? Я была домашним кондитером 2 года, потом плюнула и открыла свою кондитерскую. Молодец. Ты сутулишься. Мне перевешивает. У меня тоже. Я бы сейчас пошутил. Жена звонит. Я отвечу. Лерусик, я сейчас очень занят. Я, по-моему, у вас влюбилась. Вы же сказали, жена у меня. Я ищу полноценного, мощного помощника во всех своих делах.
Вы должны будете уметь делать торты. Вы должны уметь рассчитывать калькуляции. Вы должны уметь общаться с заказчиками. Мы делаем торты первым лицам разных государств, звездам. Это каждый раз зашкаливающая ответственность. И вы должны быть к этому готовы. Это круто. Круто. Тебе реально хочется в этом поучаствовать? Но ты же не понимаешь еще, куда ты вляпалась. У вас мобильные телефоны с собой? Да. Можете сдать мне их? У меня выключен. Я прошу сдать мне их. Дети у меня там. И у меня. Я жду. Можно я одну смс-ку отправлю, номер телефона бабушки, отцу детей и все? Отправляй. Давай. Где интернет? Сейчас, секунду. Оля, у меня каждая минута на счету, у меня нет возможности сейчас сидеть и ждать. Да, я знаю. Я в это время должен зарабатывать деньги, а не сидеть и играться в детский сад. Согласна. Ставить. А как его выключать? Давай, может, не выключать. Нет? Он тебе все равно уже не пригодится. Я не могу телефон отдать. Мне сейчас дети будут звонить. Я не совсем понимаю. Ты пришла претендовать на место под солнцем. У тебя появился шанс впервые в жизни. Сейчас. Я сейчас очень что-то смешное сказал? Нет, анекдот. А может, я на юмориста похож здесь? С этой минуты у вас не существует имен. Я вас буду называть просто зеленые. И только тогда, когда я начну вам верить и доверять, у вас появится титель с именем и фамилией. Нельзя недооценивать соперника никогда, какой бы он ни казался изначально. Поэтому, естественно, я буду чувствовать соперничество. Женя эмоциональная, она самодостаточная. Видите, у нее есть кондитерский цех. Женя, да, она мне конкурент. Есть у нее сильные стороны, но есть у меня сильные стороны. Будем бороться. Мне не понравилась Оля, потому что кроме того, что у нее миловидная внешность и добрый, мягкий, пушистый характер, к сожалению, больше пока ничего не разглядел. Соперницы даже не догадываются, насколько оригинальное первое задание их ждет. Прямо сейчас Ренат отправит кондитеров не на кухню, а в зоопарк. Зеленые, у вас есть ровно 20 минут для того, чтобы в мельчайших деталях запечатлеть главную деталь будущего торта. Это деталь — галапагосская черепаха. Время пошло. Вау, я в художке не училась, мне тяжело это дается. О, какие у меня ноги. Вообще, на самом деле, мне кажется, вот эта, которая ползает, это не наша черепаха, а вот которая сидит вот за прудиком, это наша. Пока Зеленый знакомится с черепахой, Ренат уже проводит утренний рейд на производстве. Здесь он легко может заменить любого сотрудника. Ира! У нас в минуту каждый из них должен упаковывать по 6 наборов. Этот мальчик только сегодня. Мальчик только сегодня, но это не означает, у нас производство. Хорошо. Мне нужно, чтобы это все работало. Так, орлы мои, давайте золотые. Даю минуту. За минуту они должны упаковать каждый по 6 наборов. На старт. Внимание. Марш. Нет, так не надо. Делайте с качеством. Вес 170 грамм должны выдерживать. Так, 40 секунд у них осталось. 30 секунд осталось. Ира, не помогай, они сами должны. 5 секунд. Стоп. Считаем. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Молодцы. Молодцы. 12 наборов. Каждый из них упаковывает 360 наборов в час. 2800 наборов должен упаковать за рабочую смену. Каждый человек. Это понятно? Новенький, не новенький, разницы нет. Время пошло, работаем. Я не пойму, какая все-таки наша? Воронская или... Галапагосская. Вот я поняла, а какая-то из этих двух? Ну вот же, вот эта. Слушайте, ну я в принципе рисовать не умею. Поэтому то, что я нарисовала, мало похоже на рисунок. Предполагается, что мы будем что-то лепить. Зарисовка в зоопарке именно живой черепахи. Потому что каждое животное индивидуально. Кажется, у зеленых не все спокойно. В девушках проснулся дух соперничества. Пришло время показывать себя уже на 100%. Это то, что я умею. Мог бы быть соперник посильнее. Но сегодняшний день все покажет, докажет, кто сильнее и кто здесь еще место занимает.
Итак, время, данное на проработку эскиза черепахи, истекло. Как зеленые справились с заданием, Ренат решит позже. Прямо сейчас он приготовил для девушек новые испытания в кондитерской лаборатории. О-ля-ля. Вы готовы? Руки где помыть можно? Там в конце коридора туалет. Я мыла. Но я могу еще раз мыть. Я тебе верю. Проходи. Значит так, зеленые, я вам даю задание. Сейчас нужно приготовить примитивный кондитерский полуфабрикат, который знает каждая домохозяйка. Это песочное тесто. Умеете, надеюсь, это делать? Без рецептуры я затрудняюсь. Тебе нужна рецептура? Конечно. У меня нет времени с вами здесь играться в детский сад. Я вам даю 30 минут. Через 30 минут я вернусь. Как она включается? Конечно, девочки, у меня существует система видеонаблюдения на производстве, и я контролирую работу каждого специалиста. Мимо меня не проходит ни один рабочий процесс. Что упало здесь? Я поэтому из-за таких, как вы, посуду покупаю только какую? Металлическую. Вы даже перчатки не одели? А я их не нашла. Да. А ты приступила к изготовлению прямо с лаком? Угу. Ты хочешь, чтобы люди, и я в том числе, ел печенье с куском синего лака? Чё он ходит, выносит мозг нам? Так ничего не понятно, что делать. Плохо соображаешься. Пока зеленые паникуют, получив простейшее задание, Ренат отправляется на встречу с заказчиками. Здрасте. Ну, рассказывайте, какое у нас мероприятие планируется? Свадьба. Очень радостная, к свадьбе готовы. Торт морковный у нас пользуется огромной популярностью. У меня всегда морковный торт вызывает очень отталкивающие какие-то эмоции. Понравился вам морковный торт? Вот сейчас. Понравился, да. Значит, я, жених с невестой, подходим к торту резать. В зале 150 человек. Нет, что видит зал? Конечно, торт должен быть хотя бы 1-1.5 метра. У меня существует система видеонаблюдения на производстве, и я контролирую работу каждого специалиста. А ты что, куришь? Я еще и пью. А ты пришла сюда работать или курить? Я не пойму. У тебя что, каждые 5 минут перекуры теперь будут? Да, нет. Хотя бы раз в час. Ну, сейчас мне такие сотрудники здесь не нужны. Я с тобой разговариваю. Я не могу избавиться от этой вредной привычки. Все, с этой минуты ты не куришь. Хорошо. Либо ты знаешь, как отсюда выйти. Договорились? Да. Все. Что? Это по 10 минут в среднем один перекур. Если мы берем 8-часовой рабочий день, умножить на 10 минут, это 80 минут. 80 минут рабочего времени в день, это 1.5 часа. На... Не такой сотрудник. Прочувствовав на себе, что такое гнев Рената Акзамова, Женя стала заметно активнее на кухне. Мне нужно как-то продезинфицировать, помыть, почистить. Я же не знаю, что на нем было и где он лежал. А где мойка? Нет. Мойка. Нету мойки? А куда мне все это деть? Он же сейчас придет, орать будет. У вас осталось 14 минут. Формочки или корзиночки? Медали. Никаких корзиночек нет. Мы их оставили в Советском Союзе, ласточка. Что ты используешь? Ты знаешь, как эта бумага называется? Пергаментная. Пергамент чем отличается от обычной бумаги? Тем, что он пергаментный. Женя, пергамент – это особый вид плотной бумаги, не пропускающий влагу и жиры. Мне все-таки ощущение, что ты домой хочешь поехать. Нет. Получается все, моя хорошая? Да. Ну, молодец. Ты не боишься их использовать? Да боюсь. Вон у меня тесто недостаточно прижал ходить. Я вообще не понимаю, как за полчаса можно что-то сделать. Слабо! Уважаемый кондитер, кто-нибудь сейчас встаньте с дивана. Возьмите масло, муку, сахар. Начинаем наш урок кулинарного мастерства. И за полчаса на глаз бегом. Пока зеленые пытаются справиться с песочным тестом, Ренат устроил очную ставку в бухгалтерии. У нас разница 2,3% по муке, 25% разница у нас почему? По грецкому ореху? Ах! У меня вопрос! Откуда 25% с
скажи, да, пожалуйста. Смотреть. Яйца. Оксана, яйца. 32 килограмма недостачи в день. Где мои яйки? Настя, 800... Да хватит кашлять. 800... Выйди вон. И не входи сюда, пока кашляешь. Знакомьтесь, Давид Романович, управляющий фабрики, мудрый друг и советник Рената. Давид Романович, ты в курсе такого ужаса? У нас на перерасход на 3,85% яиц за один день. Огромная цифра. Это катастрофа. Срочно собрать завпроизводством, завскладом технолога. У вас все готово? Все в печке? Что ты там ищешь, Аленушка? Я колдую. Можно вам задать один вопрос, зеленая? Вот у вас в печке печется песочное тесто. На столе. Такой, как будто я нахожусь в каком-то бомжатнике. Девочки, смотрите, самое главное, вы не забывайте, вы на кондитерском производстве. Чистота – это номер один. А че вы как сонные мухи? Дайте мне быстро сюда. Что вы возите здесь? Взяли вот так раз, 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 протерли здесь. Че вы это стоять? Вот это раз, раз, вы что натираете? Вы что, макияжем занимаетесь? Быстренько взяли, протерли, убрали отсюда. Раз, убрали сюда яйца, раз, убрали. Маргарин, сюда, раз, убрали. Что вы здесь возитесь? Убирай, блядь, эту хуйню отсюда. Чтоб чисто было. Девочки, будьте повнимательнее. Конечно, это жесть. У меня папа так каждый день орет. Я сейчас пошлю с моим печеньем. Я не могу уже нервничать. Либо они будут здесь работать, либо мне такой здесь бардак не нужен. Давай, пока не поздно, пойдем посмотрим, как там конструкция собирается. Да. Потому что мы на них сегодня весь день потратим и там все упустим. Да, блин, мне стыдно перед детьми, мне стыдно перед моими знакомыми, перед моими заказчиками, перед всеми. Что ты не умеешь писать? Я вижу вот это вот помещение 5 минут. После этого мне говорят, давай за 30 минут сделай песочное тесто. Я не знаю, нигде что лежит, никак. Ножами можно кидаться, это членовредительство, это незаконно, это статья. Давай, давай, остывай, скажи, чтобы тебя вытащил отсюда. Красавица моя, я вам кое-что принес. Спасибо. Да. Как мило. Снимай перчаточки, моя хорошая. Я не доделалась. Ничего страшного. Снимай. Ты зачем вот это все грязное, бэушное прячешь себе? Выкидывай мусорку. Не пригодятся они тебе больше. Не надо их мыть, стирать, потом повторно использовать. Заляпалось все. Конечно. Ну, рассказывай, моя хорошая, что у нас здесь? Это печенье. Ну, преподай. Это чудесное, вкуснейшее, не очень песочное печенье. Но в целом оно просто... Самая главная задача песочного печенья – это хруст. У тебя он получился. Слегка резиновый, но потому что там большое количество муки. Ассорти для детского стола. Молодец. У тебя есть сердечки здесь, и корзиночки. Я на любой вкус. Да ты какая умничка. Попробуй, моя хорошая. Да, я поняла. Оно безупречно, практически. Какое оно? Безупречное? Ты считаешь это безупречным? Я бы сахара чуть-чуть добавила. Значит, по результатам сегодняшнего дня... Ты, зеленая, победила, а ты проиграла. В качестве наказания я приглашу Давида Романовича, и он определит твою дальнейшую участь. А тебя сегодня ждет в качестве приза мастер-класс, который буду проводить для тебя лично я. Вау, спасибо, благодарю. Значит, у меня и появилось ощущение, что Жене эта работа не очень нужна. Возможно, ей здесь и делать нечего. Вот так вот, я скажу. Оля старается. У нее мало знаний, у нее мало опыта. Но она старается. Бог кондитерства сегодня на моей стороне послал мне лучики любви, тепла, поэтому мы сегодня кушали первоклассное, я так сказала, песочное печенье. Единственное, что мне не понравилось, то, что она посчитала свое песочное тесто безупречным.
Она глубоко ошибается. Ну, я же вам говорила, что я первая, я лидер, и я, в принципе, всегда выигрываю. Вот так сегодня и вышло. Поэтому пойду сейчас на мастер-класс индивидуальный к Ренату. Ура! Ты сегодня накосячила. Тобой, мягко говоря, не очень довольна сегодня. Ты умеешь набивать яйца? Это тебе для меланжа, это тебе для отходов. Я думаю, ты уже можешь приступать. Все правильно? У тебя все получается хорошо. Я способная. Молодец, ты справилась за 3 минуты. Я старалась. Это-то я и справлюсь. Умничка, тогда, я думаю, для тебя не составит сложности справиться. Я даже не сомневалась. Со всем вот этим. Что, так вы будете снимать, как я это делаю? Конечно. Это наша работа. До посинения будет происходить. Смотрите, сколько здесь яиц. Я сегодня тебе решил показать, как работать с шоколадом. Мы с тобой будем делать невероятно красивое дамское украшение в виде шоколадной туфельки. Прежде чем трогать шоколад своими ручками, мы должны понимать, что такое шоколад. Так, 100 граммов. Ну смотри, 55 граммов. Почему ты со мной на «ты» общаешься? Ой, а я что сказала? Смотри. А, смотрите, прошу прощения. Нет, нет, все, все, никаких больше намеков, ничего между нами нет и быть не может. Вот. Нет, я просто, ну, красивый, взрослый, самостоятельный мужчина. Но нет. Растопи, пожалуйста, шоколад. До температуры 45, градусов 35-40. Я сейчас буду следить, чтобы у меня ничего не сгорело. Понимаете? Сейчас 30 секунд пройдет, я помешаю. 30 секунд пройдет, я помешаю и так далее. Мы его будем через сито пропускать? Не нужно, моя хорошая, не нужно. Ты мало подержала, подержи еще. Мало? Чуть-чуть. Я боюсь. Ты не бойся, я рядом. Рядом с тобой находится сансей. Тем временем счет яиц, разбитых Женей, пошел на сотни. Нет никакого приспособления, чтобы вытаскивать эту скорлупу. Можете помочь, так будет быстрее. Ну, я надеюсь, что я не проведу здесь остаток вечера. Дурацкий процесс. Здесь главное видеть, чтобы равномерный промес цвета был. Иначе у нас будет на шоколаде как будто водяные растворы. Ты знаешь, какой краситель мы сюда добавляли? Жирорастворимый. Молодец. Умничка. Да. Жирорастворимый. Это специальный краситель на основе чего? Жира. Какао-масло. Ну, жира. Какао-масло, жир. Молодец. Смотри. Какая прелесть. Наливай. Ты видишь, я не пролил ни одного грамма шоколада. Ни на туфельку, ни под туфельку, ни сбоку туфельки. Ты видишь? Ага. Начинается сладкая магия работы с этим самым крутым продуктом на планете. Да. Ну, потом излишки будем выливать, правильно? Нет, неправильно. Ну, хорошо. Мы должны были налить столько, чтобы излишек не было. Посмотри на мою туфельку, где у меня излишки? Сейчас, 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 у меня сейчас так же будет. Где у меня излишки? Посмотри. Нет, сюда. Я не вижу. Найди мне хоть один нет, грамм излишек. Нет. И что, я разве это делал на весах? Мастер. На мастер-классе она сейчас чего-нибудь интересное делает. Узнает чего-то нового. Это произведение искусства. И мы должны людям это доносить. А чтобы людям это доносить, мне нужно, чтобы мы сами в это верили. Ты понимаешь, о чем я говорю или нет? Да. Мы должны сами в это верить. Да. Ты зачем все время трясешь? Неправильно. Зачем ты обогащаешь его кислородом? Ты вращай нежно. Ты как удав должна с ним работать. А шоколад – послушный продукт, он должен тебя слушаться. Не он тобой должен руководить, а ты им. Ты заляпала все, что могла, но при этом ты старалась. Ты хорошая мама для своих детей, очень заботливая.
Есть такое. У тебя две девочки? Да. Вы подписаны на мой инстаграм? Нет, я почему-то понял, что у тебя две девочки. Да ладно, господи, ничего не хочу, я просто прикалываюсь. Хотя... Посмотрим. Обидно, обидно жутко. Я хочу, несмотря ни на что, сохранить для самой себя собственное достоинство, наверное. Если честно, есть жуткое желание собраться и пойти домой. И не сдамся. Пускай я проиграю, а свалить с дистанции никогда. А когда вторую половинку снимаем, как мы ее держим? Тише работу. Вот все. Мне нравится результат. Самое главное, моя хорошая, обрати внимание, она вся блестит, я ее ни лаком, ничем не покрывал. Ну, у меня, конечно, так не получится. Так. У меня все получится. Вот это мне уже больше нравится. Снимай, да. Да не лапай ты ее со всех сторон. Ты что держишь? Котлету, что ли, у себя в руках? Ты справилась со своим первым наказанием. И последним, я надеюсь. Это зависит от тебя. Это у тебя заняло час и 4 минуты. Вместо 20 максимум. В следующий раз будет быстрее. Я уже научилась. Молодец. При работе с шоколадом нужно уметь опускать температуру своего тела на 2 градуса. Ты серьезно? Я тебе на полном серьезе говорю. А так ты молодец. До завтра. Первый день для зеленых подошел к концу. Время подводить итоги. Сегодня у тебя было много ошибок, да. Много проблем. Единственное, что меня расстроило, это то, что, наверное, я не совсем поняла серьезность момента, когда забирали телефон. И мне бы хотелось, конечно, позвонить хотя бы детям. Я не успела, и я очень переживаю, и этим тоже. Ну, и это спровоцировало много ошибок, потому что у меня голова была занята другим. Поэтому в идеале хотелось бы, чтобы телефон вернули. Если это невозможно, то хотя бы дали час на все звонки. Я тебе дам 2 минуты на все звонки, и все. Рената, могу я подключиться к ней с такой просьбой? Алло, как дети? Слушай, позвони Ксюхе, скажи, что я без телефона, у меня забирают телефон. Я не могу никому позвонить. И когда дадут, не знаю. Короче, я не... Нет, все. Чтобы было все честно, я дал совершить звонок именно ей. Потому что ты успела отписаться. Мне отправила смс бывшему мужу. Один раз воспользовалась ты возможностью сообщить по телефону. Второй раз этого не будет. Девочки, завтра в 8 утра, чтобы были здесь. Напоминаю вам, я не терплю опозданий. Сдаться ради детей не жалко. Но сдаваться я не хочу. Я по этому поводу очень сильно переживаю. Как бы весь мой успех, вся радость, удовлетворение от сегодняшнего дня, она просто перекрывается вот этими вот раздумьями по поводу незнания моих детей о том, жива я или нет. Мне надо ночь подумать, и пусть они подумают над своим поведением. А я подумаю, нужны ли мне такие кадры. Физические трудности первого дня для зеленых закончились, а вот психологические впереди. Нас замуровали демоны. Просто нас не пустили домой, нас отобрали телефоны, что было очень неожиданно и грустно. Никому нельзя позвонить. Я прям вся в расстройствах, в переживаниях по этому поводу. Победить в такой... В таком крутом проекте стать, ну, как бы так, лучшим кондитером, стать правой рукой Рената Акзамова, научиться всему, что он умеет. Боже, мечтайте. А пока зеленые предаются мечтам, Ренат продолжает работать.
Давид Романович! Прямо сейчас Ренат и его команда собирают торт, которому нет аналогов в мире. Над его созданием в течение 3 месяцев трудилась команда из 30 человек. Внутри торта ноутбуки, которые транслируют изображение зала на 10 мониторов. У команды Рената есть всего одна попытка. Кондитерам предстоит вручную поднять торт весом в 400 килограммов и подсоединить его основание к трубке, диаметр которой всего 5 сантиметров. Значит, ребят, внимание всем! Сейчас мы собираемся по команде 1, 2, 3. Осуществляем подъем торта. Ну что, с Богом, все готовы? Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Поехали. И в конце недели. Если этого не сделать, система охлаждения воздуха не заработает и торт растает. Они никогда еще не выполняли такую сложную задачу. Выше! Да куда выше? Выше там труба! Одно неверное движение сейчас может разрушить все. Только медленно! Все! Что все? Все, молодцы, все свободны! Всем привет. Доброе утро. А как спалось? Девочки, а что такие мятые? Я не пойму. Нам, к сожалению... Разве на мне похоже, что я весь мятый? Я прошу прощения, мы не подготовились. Постирать, не высушить успели, а погладить? А мне это, думаешь, интересно? Я считаю, что с вашей стороны это очередной залет. Я порядка 20 лет работаю в этой области. И ты знаешь, я что-то не вспомню, чтобы я хоть раз пришел в таком виде на работу. Я честно пошла и так, еще водичкой помусолила, но вот все, на что меня хватило. Мне влетело от Рената в очередной раз. Я так боялась, я так переживала, что утро начнется опять с негатива, и, к сожалению, так и вышло. Негатив негативом, но работу никто не отменял. Вперед! Значит, сегодня мы с вами будем работать с... перламутровой карамелью. К нам обратились заказчики, чтобы мы приготовили большой, роскошный... Вы меня слушаете, да, или нет? Да. Свадебный торт, который будет украшать цветы из карамели. Дай 5. Я всегда заряжаюсь... перчатка. Неправильная перчатка? Все на одну руку. Как вы думаете, что это? Обезжириваем. А? Обезжириваем. Ну, молодец. Если мы сейчас этого не сделаем, то... На ваши руки будут очень сильно гореть. Но это не спирт, это водка. Радуйся. Да? Если будет совсем тяжко или вам захочется повысить свое настроение, девочки, достаточно просто открутить. Сколько на весах показывает сейчас вес? Посмотри. Ничего не показывает. Сколько вес показывает? Это же весы. Это не весы, это индукционная плита. Молодец. Значит, дальше. Мы ее включаем. Значит, кнопочку нажали, он. Температура. Какая температура? 130. Это... Держи. Перемешивай. Обжечься я боюсь. Чтоб не так сделать, я боюсь. А то это все полетит куда-нибудь. Ты не хочешь поучаствовать? Мы с тобой в 2 руки будем его мешать? Нет. Ложка сейчас вообще загнется. Тяжело мне. Зачем ты ложку мою портишь? Я боюсь, чтобы он не пригорел, не дай бог. Но если пригорит, это будет твоя вина. О чем и речь? Не ковыряй глаза перчатками, ты в них будешь работать. Мне очень страшно, она точно не пригорит? Ты аккуратно, смотри, не обожгись. Карамель – уникальный и очень капризный материал. Изомальт – французский сахар, из которого изготавливают цветы и скульптуры. Варится при температуре 180 градусов. У тебя зажигалка есть? Нет, я же не курю. Ты что, куришь? Все, с этой минуты ты не куришь. Но вообще, с тех пор, когда я курила, осталось... Так, ты, зеленая, срочно одевай перчатки. Ты тоже одевай перчатки. Вы готовы? Да. Я не слышу, вы да. готовы? Нельзя давать возможность, чтобы она охладилась с одной стороны. Держи, потечет. Почему у тебя вся форма в волосах? Когда позволите, я исправлю. Что у тебя с лицом? Я набычилась.
сейчас начинается тот самый магический момент превращения из прозрачной карамели в перламутровую. Сейчас она горячая. И если вам кажется со стороны, что это не горячо, вы ошибаетесь. Я вам сейчас дам попробовать, что это такое. Держи. Вытягивай. Сейчас она почувствует горячую. Оставь. Ты никогда ее не кидай. А, да? Она, положите, она все, любое кондитерское изделие не любит, когда его кидают. Сейчас будет горячо. Что случилось? Что случилось? Ты что делаешь? Горячо, она прилипла. Ты что делаешь? Я не знаю, что мне сейчас делать. Выкинь перчатки. Так, а мне некогда сейчас заниматься ерундой, на самом деле. Так. Сними перчатки. Иди, тяни ее, вытягивай. Горячая. Ну как горячая? Я же вытягиваю. Горячая. Вытягивай, бери одну часть и вытягивай. Обжигаешься, да? Конечно. Но вот это я уже чувствую, попахивает желанием что-то делать. Работаем, работаем. Работаем. Еще 20 минут потерпи. Не могу. Сворачивай, сворачивай. Добавляем его перламутровости. Представь, что это жемчуг. Представь, что это... Движение у нее. Ты больше в руки добавляй. Горячо тебе, да, солнышко? Иди отдохни. Значит, теперь смотрите, как мы будем делать с вами. Теперь я вот так буду делать. Кусочек чуть побольше тебе. Стой здесь. А, здесь? Да. Кусочек чуть побольше тебе, чуть поменьше тебе. Поехали. Не подкидываем ее и не играемся. Это вам не мячик. Очень не надо горячо. Ее подкидывать. Мне очень горячо. Девочки, не надо ее подкидывать. Держим в руках. Раз. Мне горячо. Вытяну тебя. Я не могу, мне горячо. Мне реально горячо. Я не могу терпеть. Очень-очень хорошие будут сильные ноги на руках. Чего вы стучите здесь карамелью? Я же еще раз повторяю, ее надо любить, ласково с ней обращаться. Что вы устроили здесь, цирк? Теперь мне нужно двое ножниц. Я не вижу ножниц. Я сейчас говорю, наверное, очень тихо, или мне нужно орать? Я убежала. Мне нужно двое ножниц. Вот одни есть. Я еще раз повторяю, мне нужно двое ножниц. Полечиться нужно, наверное, кому-то. Я верну. Спасибо. Есть ножницы у вас? Нашла? Да. Все, пошли. Где мои вторые ножницы? Молодцы. Значит так, держи ножницы раз, держи ножницы два. Теперь я вас буду учить, как делать красивый цветок. Для того, чтобы придать карамели нужную форму, работать с ней приходится в полужидком состоянии при температуре 90 градусов. Для первого раза молодец. Благодарю. Быстрее только некогда заниматься лирикой. А, Оля, извини, пожалуйста. Работаем, работаем. Дуем периодически. Дуй! Пока зеленые пытаются освоить искусство работы с карамелью, Ренат успевает контролировать на фабрике всех и все. Я вообще не понимаю, что в машине делает кофе, тарелки, посуда, трусы, носки и куртка у водителя. Он сюда что, общагу свою перевез? Я не пойму. Во-первых, я, если честно, когда увидел. Это человек препятствия не видит? Это фура поцарапала еще до того, как мы обклеили. Ну, это же надо было заделать. Но такие разве... Мы едем, пытаемся наши торты красиво подать. Это же вообще жесть. Он устроил здесь мусорную корзину. Сделаем химчистку. О, выключай тройку. Сейчас крови. Горю. Крови. Она цитрамон просила очень. Ох. Как у нас все блестит. Ну как, девочки, ваши эмоции? Очень бобошки. Устали. Устали? Если честно, да. А в чем сложность? Почему устали? Руки болят. У меня голова болит. Руки покроются волдырями? Уже покрылись. Вот это точно волшебство. Да, попробуй. Подуй. Сильней. Еще.
Тихо. Ну, а что ты боишься? Мне больно. Не прошло и пары минут, Рената вновь вызывают во двор фабрики. Да, Саш, ты мне скажи, это мы для подвесного же торта делаем, да? У нас какая высота? 3,5 на 3,5 на 3,5? 3,5 по верху. Привет, хороший. 3,5 ты порвался чуть-чуть. Вот эта конструкция выдержит, у нас торт будет весить порядка 200-300 килограмм. Она еще не приварена. И ты не забудь, что у нас она в черный цвет должна быть покрашена. Сегодня будет там покрашена. Матовая краска, да, должна быть? Нет, глянцевая. А почему глянцевая? А она потому что будет. Давид Романович условие такое поставил. Давид Романович, скажи, пожалуйста, да, я вот сейчас с Сашей на улице стою, он говорит, что должны покрасить эту конструкцию глянцевой черной краской. Зачем глянцевая? Она же бликовать будет. Нам черный мат нужен. Нам же нужно, чтобы он цвет поглощал. А Юля сказала, да, четко техническое задание? Юля! Иди сюда! Скажи, пожалуйста, кто сказал, что нам нужна черная глянцевая краска? Ой, с кем ты обсуждала? Со всеми. С кем со всеми? Вот именно поехал, купил и именно глянцевую. И почему должен это я увидеть за 5 минут до того, как должны это красить? Скажи, пожалуйста. Ну почему вот я должен в больном состоянии выходить на улицу сейчас и контролировать, какой краской покрасили? На, глянь. Глянцевая. Глянцевый черный. Она должна быть мрачная, ее не должно быть видно. Настя Марч, не переживайте, сейчас все сделаем нормально, сейчас отправим, купит черный матовый, покрасит. Можешь поставить? Я сейчас звук не хочу брать. Я боюсь. Иди сюда, пока она это делает, иди мне поможешь. Вот такие будут у нас украшать тортик. Ничего смотри. Себе. Это очень красиво. Неправильно. Оно у тебя должно быть с толстой в тонкую переходить. Ну-ка, покажите мне свои ручки. Перчатки снимите, дайте я посмотрю, что у вас там получилось. Ой, волдырек. Волдыри, ну круто. Молодцы. Поздравляю вас с боевым крещением. Волдыри на руках пройдут. А вот пройдут ли девушки следующее испытание Рената? Большой вопрос. У вас у каждой было задание сделать зарисовки главного объекта, который будет украшать наш главный проект. Зеленые, у вас есть ровно 20 минут для того, чтобы запечатлеть главную деталь будущего торта. Это деталь галапагосская черепаха. Давай вначале покажи ты по очереди. Это набросок. Я понял. Видела вживую? Да. Она ползала, перемещалась, со всех сторон рассмотрела. Это может послужить техническим заданием? Нет. Для ТЗ, для скульптора недостаточно деталей. Окей, давай пока отложим. Покажи, пожалуйста, что ты сделала. Зарисовала. Она рисовала вот это уже после. Женя умничка. Ехала в машине там или на автобусе, как они сюда добирались, я не знаю. Она продолжила работу над проектом. Это означает, она погрузилась полностью по уши в этот проект, и она начала додумывать. Я могла тоже рисовать полчаса, могла бы тоже еще полчаса рисовать. А она рисовала это сколько вот времени? Вот это в зоопарке, это уже нет. Это я потом дорисовала. Но я считаю, что это ее на самом деле большим преимуществом. Это значит, человек творческий, проникся идеей. Что ты видишь? Черепаху. Похоже на галапагосскую. И для меня было громадным удивлением, как на это отреагировала Оля. У нее провал. И она поняла, что здесь она слабое звено. Ты молодец. Я, если честно, после вчерашнего задания у меня было полное желание от тебя избавиться. Ты почему к ней спиной повернулась? Я буду сейчас плакать, я не хочу, чтобы вы смотрели. Все. Ты выйди, а потом зайди. Я не хочу рядом видеть рядом с собой плачущего человека. И что произошло? Слезы вот эти, слюни. Она обиделась. На кого? У меня ощущение, что и на меня, и на своего соперника, и вообще на весь мир. Я устала. Потому что я что ни делаю, все, блин, плохо. Да я не могу воспринимать критику. Тем более, когда она неадекватна. Я не хочу просто проигрывать. Из-за какой-то черепахи. Я собралась. Я готова. Прошу прощения. Что это было? Эмоции.
Ты знаешь, у меня ощущение, что ты не столько за себя расстроилась, сколько расстроилась за нее, то, что она лучше оказалась. Это что, зависть? Или обида за то, что ты такая неумеха? Или зависть перед более удачливым? Она сказала и то, и то. И мне это не понравилось. Если человек какой-то лучше тебя, надо стремиться, чтобы стать лучше, а не плакать, реветь. И ты не в детском саду здесь находишься, это предприятие. Можно с собой закончим? Мне реально плохо сейчас будет. Ты хочешь домой? Нет. Ты сдалась? Нет. Может быть, домой? Так тебе плохо или мы работаем? Нет, мы работаем. Ты держи. Молодец. Это твоя работа? Ты большая умничка? Дай 5. Мужик. А ты повесь у себя над кроватью. Значит, здесь масса для моделирования. Инструменты можно свои взять? Инструменты ты можешь брать свои. На старт, внимание, марш. Время пошло. Рената, инструменты для моделирования. Есть. Лаборатория в твоем пользовании. Я вилкой буду это делать. Или ложкой. Если есть у второй зеленой инструменты... Вторая зеленая мне не даст инструменты. А ты у нее попыталась Я попросить? Я у нее спрашивала. И что она тебе на это она сказала? Она сказала, что она не даст инструменты. Стул мне нужен. Жень, ты мне дашь одну палочку какую-нибудь? Да, конечно. Зеленая, что скажи это? Мне, пожалуйста, ты говорила, что ты ей не дашь свои инструменты? Нет. Ты наврала мне? Только я. Что, мне жалко, что ли? Ну, я же не говорила, что... Вы спросили, я ответила. Девчонки, можно стул взять? 55 минут у вас осталось. Сейчас не успею. Я сейчас услышал, или мне показалось, что ты говоришь, я не успею в эти 55 минут. Почему ты не успеешь? Ты сдалась уже или что? Нет. Если честно, я вообще не разбираюсь в черепахах. Аккуратно. А сегодня уже не хватит, ты плачешь, да? Но Ренат будет опять кричать, я опять буду плакать. До бесконечности. Абстрагируюсь, все, буду на него улыбаться. Буду вспоминать, как он меня целовал. А ты где была? Ты куда бегала? Фотографии просила распечатать. Молодец. До девочек наконец-то дошло, что я им не запрещал обращаться за помощью к моим сотрудникам. Ну, быстро метните в соседний кабинет. Девочки, распечатайте мне изображение черепахи. Но вам же все сделают. И 36 минут у нас. Ну, отлично. Идем по графику? Относительно. Она тебе разрешила своими инструментами пользоваться, своими картинками, да? Да. Какая молодец. Хороший человек, Женя. Я не видела, что она лепит, честно. Я никогда не смотрю, потому что иначе у меня испортится или настроение, или еще что-то. Потом посмотрю. Это красивая мелодия. Угу. Говорит о том, что вы уже опоздали. Но мне интересно ваше мнение. Ты что думаешь об этой черепахе? Она ненаделанная. Скажи мне, а ты что думаешь? Ну, Олина черепаха просто не очень похожа на галапагосскую, больше на водную похожа. Твоя работа мне нравится больше. Молодец. Спасибо. Я хочу вас кое с кем познакомить. Вы готовы? Да. Да. Охрана! Это моя принцесса Элви. Ей 144 года. Это девочка. Она знает, как делать песочное тесто. Она знает таблицу умножения. Она много чего знает, в отличие от вас, зеленых. Похоже, вот эта твоя работа на маленького детеныша этой черепахи или нет? Ну, он недоношенный, болел сильно в детстве, только такого. Вот этот блин с красной икрой. Да, обратите. Зазря прожила столько лет. Как можно на голове вот здесь у черепахи делать ноздри? Нужно что? Это нужно иметь талант, наверное. Мы уже 100 раз ее помяли. А, то есть мы сместили? Нет. Уважаемые зеленые,
Я хочу для вас приоткрыть небольшую тайну. Вот эта замечательная черепашка Элви, она скоро окажется на необыкновенно сказочном торте. Это будет вот такой вот торт. Есть вопрос, как будет это держаться вот это все. Ребята, а где вторая стремянка? Принесите вторую стремянку тоже. Сейчас, правильно я понимаю, она висит не по центру, да, у нас? Нет, остров же по центру. Мы сейчас будет. Уровень выставим его. Красавица. Спасибо за заботу. А что ты мне даешь? Это мне куда вставить надо? Так, все, минута нежности закончилась, давайте работать. Получается, надо выше поднимать его. Правую часть. Так, аккуратно. Так, тихо. Лёш, давай, ты тоже запрыгивай. Тихо. Держим. Поставим всё. Наша задача – это реализовать. Возьмите вдвоем, поднимите черепаху. Я не могу. Я говорю, вдвоем возьмите, поднимите черепаху. Вообще-то я тяжелую не ношу. А вас никто не просит. Я говорю, приподнимите. Кройте интригу нам. И вот так, Сансей! Да. Я не слышу, вы хотите поучаствовать в этом историческом событии? Конечно, обязательно. Дай пять. Я достойна? Ура! По результатам сегодняшних заданий... Мне твоя работа понравилась больше, у тебя загорелись глазки, и я в тебя начал немножко верить. Сегодня ты будешь вместе с лучшими моими скульпторами принимать участие в этом проекте, о котором будут говорить еще ближайшие 100 лет. Твоя работа мне не понравилась совсем. Я считаю, что сегодня ты проиграла, и в качестве наказания ты сегодня идешь к Давиду Романовичу. Молодцы, у меня куча эмоций. Я очень рада, что я в этом поучаствую. Это настолько бесценный опыт. И такая клевая черепаха. Я раздащусь. И я знала, что я себя победю. Ренат дал мне в себя поверить. И это крутяк. Можно я уже пойду участвовать? Не смогла выехать сегодня ни на обаянии, ни на чем. На чем могла бы выехать вчера, например. Сегодня мне не хватило профессионализма. И что меня сегодня ожидает, я не знаю. Проходи справа. Здесь 40 килограмм орех. Угу. У нас на фабрике ее перебирают минут за 15 максимум. Твоя задача перебрать для мусора у тебя красные мисочки. Угу. Для хорошего ореха белые ведра. Угу. Время пошло. Где вокруг? Злые, никто тебя не любит, никто по спинке не погладит, не обнимет. И вообще, мне кажется, слишком много кнутов. Давайте уже прянички раздавать. Сегодня я вообще его улыбки не видела. Я видела только зеленая плохая, зеленая не умеет, зеленая не знает. Он меня не натаскивает, он меня уничтожает. Здрасте. Я вас хочу познакомить. Это зеленая. Это Алексей. Приятно. Перед тобой стоит один из лучших скульпторов страны. Удачи. Спасибо. Леша, сильно не обижай. Она молодая, еще неопытная. Форму листопальную, представляете? Да. А размер примерно. Да ужасно, уже 18 минут. То, о чем я говорила. Перебирать 40 килограмм. И она перебрала здесь, наверное, килограмм 3. От силы. Я думаю, это сегодняшний заказ. А для чего ты ей отдал тогда весь орех? Она же действует как черепаха. Просто я не совсем понимаю. Ты первый раз в жизни орех перебираешь? Скажи, пожалуйста. Вот ты удивляешься, почему я кричу и ругаюсь? Отойди, пожалуйста, не раздражай меня, пожалуйста. Значит, у нас ставится емкость вниз, вот таким образом. Дальше берется орех и начинает смотреться таким образом. Смотри на меня, я тебя учу перебирать. Я смотрю. А теперь смотри, сколько у меня ореха и сколько у меня скорлупы. А производство мне останавливать не надо. У меня 2 часа. Миша. Через 2 часа у нас люди должны уйти с работы. Очень важные знания. Очень важные знания какие? Что мы орех не умеем перебирать? Что вы умеете, мне показываете.
Сколько прошло минут? Полторы минуты. Я за 15 минут эту гору всю переберу. Я не хочу больше в детский сад играть. Останови этот бардак вообще. Во-первых, твои орехи я не доверяю. Скажи, пожалуйста, ты вот эти целые половинки что сюда выкидываешь? Ну это в твоем, это твое ведро. Не знаю. Вот это ты кого сейчас пытаешься накормить этим? Скажи, пожалуйста. Хорошо, давайте съем. Давай здесь не будем заниматься. Ну как, процесс идет? Да, потихонечку идет. Ты обратила внимание, у него масса не тает в руках. Помнишь, сегодня у тебя черепаха вся текла? Очень долго в руках держала. Нет ощущения, что человек первый раз вообще за массу взялся? Согласен. Есть ощущение, что второй раз уже взялся. Добавь ему жизни, добавь ему эмоций, чтобы он тебе заработал, чтобы он живой стал. Поняла? Хорошо. А ты сделай так, чтобы когда я пришел, чтобы у нее была работа точно такого же уровня, как у тебя. Я думаю, что Женю вчера никто не подгонял. Я его ненавижу. Пусть он больше сюда не идет, пожалуйста. Я все сама разберу за 15 минут. Иди сюда. Иди сюда. Собирай. Возьми ведра, собирайте. Цирк здесь устроили. Дай мне твой орех, он все равно бракованный. У тебя все равно там одна чешуя в орехе. Хорошо. У нас через 2 часа должен цех закончить работу. А у тебя рабочий день закончен, ты можешь выйти отсюда. Иди сюда. Иди сюда. Может? Иди сюда. Иди сюда. Без памяти. Хорошо, слушай меня. Успокойся. Все, что он от тебя требует, это только тебе на пользу. Ты пойми. Паническая атака. Сейчас ты тебе попить. Тихо, попить. Тихо. Мне тихо. Нужно сейчас воды. Я дам тебе воды. Стой, успокойся. Успокойся, вдохни. Это так быстро не проходит. Я уже не могу это контролировать. Послушай, вдохни глубоко. Вдохни глубоко, вдохни. Полной грудью вдохни. И выдыхай. 2-3 раза сделай так. А, то есть у вас не первый раз такое, понятно. Перестань жалеть себя. Ты сильная. Ты можешь справиться со всем, что сейчас происходит вокруг тебя. Но если ты соберешься... А что произошло? Что тебе сломалось сегодня? Я себя ни в коем случае нигде не жалею. У меня есть просто некоторые внутренние переживания, которые накладываются на стресс и выходят таким образом. Да, я определю, где твой. Вот я не знаю, где твой, а где ее. Вот видите? Сейчас если я не знаю, я специально сложил кучу. Да, да. У меня ощущение, что вот это твой, а эти 2 листка ее. Да или нет? Но это, если это оба мои, если оба это... твои, но вот за этот я бы тоже тебя бы поругал бы. Ну, я тебе так скажу, Леша, я тебя перехвалил, значит. Потому что этот листик в 100 раз круче, чем этот. Молодец. Спасибо. Второй день для зеленых подошел к концу. Женя воспряла духом, а вот Оля, кажется, окончательно сдалась. И вновь пускает в ход свои женские штучки. Слезы да обиды. Если уж он хам, у меня выпнет сейчас. Сегодня я восхищен твоим творческим подходом, но по тебе у меня сегодня глубокое разочарование. Уважаемые зеленые, у меня для вас есть задание. Принесите завтра сладкое кондитерское изделие, которое вы приготовите сами, и им будете гордиться. В 7:45 я вас завтра жду. Не вздумайте опаздывать. Я этого не люблю. Кстати, встань, пожалуйста. Ты на меня ни в коем разе не обижайся. Иди ко мне. Я могу быть добрым, могу быть злым, могу быть разным, но я всегда справедливый. Не могу остановиться, ржу не могу. Иди ко мне. Но я всегда справедливый. Ну так у них все мило, такая прям.
А можно у вас коробочку? Нельзя. 7.40, 7.45 завтра, чтобы были здесь. Я его уже не могу увидеть. Я вижу его, я хочу плакать. Я вижу его, я хочу плакать. Ну, я такая, да. Девочка ранимая. Мне кажется, есть много людей, которые хотят меня убить. Возможно, к ним сегодня присоединилась и Оля. А возможно, Оля присоединилась к твоему желанию победить. В любом случае, Женя, будь осторожнее. Боже мой, как тяжело все это. У меня есть план работы, это самое главное для меня. Без плана работы, вот как она работает, я не могу. Я даже больше скажу, мне одной ночи мало. В таких условиях стресс. Это стресс. Сегодня весь день стресс. А где блендер? Я сейчас вилочкой буду, что ли? Ты что, спрятала блендер? Нет, ты что, издеваешься? Зачем ты спрятала блендер? Посмотри в мои честные глаза. Разве я могу кому-то нагадить? Женя, времени и так мало. Посмотри вот здесь в пакетах, вот здесь. Женя, если у тебя найдешь чемодан блендер... Я не брала твой блендер. Ну, это вообще подстава. Оля, Оля, во всем ты видишь подставу и подвох. Как ты думаешь, ты удивишь Рената? Не знаю, посмотрим. Я думаю, что его сложно удивить. Своим выспавшимся лицом с утра. А, выспавшимся? Угу. Нормально у меня будет лицо. Да. Кукусики. Решила пожелать вам спокойной ночи и показать свои глаза, как они выглядят после тяжелых трудовых будней. Время 3:00 ночи. Башка в миле. Сейчас у меня дозастынет мой торт. Очень скучаю по детям. Очень их люблю. И Сережку, и Соньку, и Настюшку мою. Помпушку. Сейчас хватит. Теплое утро! Время 6:30 утра. Эта добрая женщина не дала бы мне поспать до 7. Видите? Она очень активно стучит этой хуйне. Наступил третий решающий день, который определит, кто из зеленых сможет удивить Рената, а кто разочарует. Доброе утро. Сегодня звучало как звук от поликарбонатной формы об стол. Приветствую, мои красавицы. Доброе утро. Как спалось? Шикарно. Молодцы. Я смотрю, красот вы мне здесь понаготовили. Как могли. Есть такое дело. Показывай, что у тебя есть. Это мой торт авторский, первый, проверенный на моих клиентах, на моих заказчиках. Я уже готов это увидеть. Вау. Начинка маскарпоне клубника. Кули. Из клубники, ну, с кусочками клубники, потому что... Что из клубники? Кули. На пектине. Капелька желатина. Есть минута. Он тебе потек, да? Вообще можно что-то разрезать. Он еще чуть-чуть замороженный. Конечно, времени мало было. На идеальный мусс. Что ты можешь сказать? Ну, я бы слаще сделала. А то, что он замороженный? А это да, это не очень хорошо, то, что он не успел растаять. Данный продукт называется полуфабрикат. Ты мне даешь кусок льда. У нее торт приготовлен с нарушением всех технологических норм, которые вообще возможны. Давай теперь посмотрим, что приготовила ты. Этим тортом ты гордишься? Да, я горжусь этой начинкой, потому что я ее есть могу до бесконечности. Вот такой вот блинчик с инжиром, блинчик, да? Да. А за оформление мне стыдно, конечно. А я же вам говорил, приготовить торты, которыми вы гордитесь. Горжусь вкусом. А внешне, конечно, это было отвратительно. Я ждал от Жени какого-то необыкновенного художественного подхода в оформлении и увидел эту мусорную корзину. Я попробую. Но вот особого желания кушать нет, если честно. А это покрышка, резина, да, вот какой-то толстый слой чего-то, что очень сложно это понять. Ганаш? Если бы она сама знала, что это. А что такое ганаш, скажи, пожалуйста? Ганаш – это шоколадная масса для покрытия под мастику. Ну, во-первых, здесь бока неровные.
Отрежь мне другой кусок, и я не хочу твои пальцы, чтобы у меня были на покрытии. Это отработанная рецептура, да, которую ты не первый раз делаешь? Да. И ты гордишься? Да. Я всегда столько сахара кладу. Скажи, пожалуйста, прокомментируй, только объективно. Все сладкое. Нет вкуса, послевкусия есть вкус сахара. Оля с нескрываемой радостью критикует работу соперницы. Скажу честно, мой торт лучше. Женин торт – это торт обычной домохозяйки. А декор, что было в холодильнике, то и набросала. Рената чехвостила нас обеих. У меня не понравилась текстура, вкус, оформление и все остальное. А мне нравится. Вот хоть и бейте. Что касается ваших тортов, которыми вы очень гордитесь, я пока воздержусь от своей оценки. Первый день у меня было огромное желание выгнать Женю. Вчера у меня было желание выгнать Олю. Эти девочки для меня оказались каким-то ребусом. И мне сложно их разгадать. Кто они? Что вы за люди? Расскажите мне. Хочу вас обрадовать. Я вам говорил, что мы сейчас делаем уникальный проект. Это огромный торт в виде острова, который будет висеть в воздухе. И вы обе, и ты будут принимать участие в его приготовлении. Я вас поздравляю. Спасибо. Так, а сейчас все за мной. Поехали. Поехали. Десять утра. Торговый центр «Вавилон». Команда Рената уже приступила к монтажу конструкций для подвесного торта «Волшебный остров». Доброе. Это наши зеленые. Это Юля, она менеджер проекта. Минута вам на переодевание. 30 секунд. Ничего, что я в него не влажу, он мне маленький. Не завтрака. Держи. Лучше не нужно. Готова. Затягиваем вот здесь. Не надо. Аккуратно, торт не задень. Что ты видишь? Пицца неправильно расположена. При чем здесь расположено? Что ты видишь? Или один я это вижу сейчас? Зелень. Какая зелень? Один я это вижу или нет? Что птица стоит неправильно? У птицы рот раскрыт должен быть. Срочно мне нужен зеленый один сюда. Значит, почему у нас листики не покрыты аэрографом? У нас есть с собой краски? Есть аэрограф? Нету? Нету? Значит, тебе задание. Срочно найди в торговом центре краски. Пищевые? Пищевые. Мне нужно срочно оттонировать эти листья. У тебя на это 30 минут. Девушка, где вы? Я хочу, чтобы вы мне сказали, вы 50 грамм не отольете чего-нибудь алкогольного? Паспорт. Серьезно? Да. Девушка, можно вас на секунду? Девушка! Мужчина, можно вас на секунду? Девушка, мне паспорт покажите, молодой человек, чтобы мне алкоголь продал. Нет, так не получится. Ваш паспорт. Что, вы издеваешься? Себе покупаете, значит, ваш паспорт. Хорошо. Тогда я тебя прокляну. Водички налей мне, водички. Нам немного, чуть-чуть. Дай мне это где. Уже мне нравится, как ты делаешь. Уже сейчас очень аккуратненько. Укреплю. Держи, укрепить нужно будет. Надо выше, поднять, выше. Да. Давай, цеплять. Стоп! Ровно держите. Шер, скажи, когда закрепите. Аккуратно. Ты видел, она остров задела. Ты хочешь, чтобы он рухнул? У тебя сейчас отпечатки появятся на крабе. Еще ты, если будешь держать 30 секунд, он у тебя запотеет, как туфелька шоколадная. Тогда что мне делать? Можете сказать? Установить его надо на торт. Только не вздумай, пожалуйста, повредить торт. Я тебе даю 20 секунд. Через 20 секунд он у тебя потечет. Мне прямо втыкать в торт? Серьезно? Где глаз? 7. Глаз у него не было. Как не было? Я его взяла уже без глаза. Есть. Ногу оторвала. Найдите сначала. Нет, не я, она уже была. Как была? Только что она была целая. Глаз ищи. Он был без глаза. Глаз ищи, говорю. Он был без глаза. Он здесь был все без глаза, глаза, наверное, я чувствую. Да, вот. Кроме меня одного здесь. О, еще он без ноги. Да я боюсь прикасаться. Я ускоряемся! Боюсь, хватит болтать языком. Побрызни уже, ну просишь. Я не знаю, как этим брызгать. Ну просишь же тебя, человек, брызни. Как это работает?
кто торт задел здесь? Где? Вот да здесь, впереди торт. Как я Ну должна... можешь хоть что-нибудь сделать? Не могу. Сделайте, помогите нам. Чего орёт все время? Если он не работает, что я должна сделать? Сходить купить новый? Отойди от торта. О, вот так лучше, спасибо. Я говорю, вон туда встань и не мешай больше. Ну что, мол, как маленький, ну что стоило? Кто маленький? Я маленькая, вы большой. Ты что хочешь мне сказать? Хочу работать с вами. Я пришел сюда тебе помогать или тебе здесь все должны? Нет, мне никто ничего не должен. Я считаю, что хорошо справляюсь. Но когда стресс, я могу накосячить. Ты задеваешь торт и остается в центральной части торта пятно? Я так не считаю. Ну тогда стой здесь и больше на эту территорию не заходи. А можно тогда продолжить разговор? Когда я разрешу, хорошо, тогда это произойдет. Хорошо. А пока я не вижу смысла, хорошо, тебя сюда пускать. Хорошо. Зеленая, сколько у нас должно было птиц быть по эскизу? Шесть. Шесть? Сколько висит? Шесть висит. Шесть. Все, шесть. Я просто хочу работать. Ты сегодня работаешь со мной всего лишь третий день. Угу. И ты уже умудряешься меня не слушать. Я чуть-чуть просто свое мнение высказала, капельку. А мне оно сейчас не интересно, твое мнение. Это я уже поняла. А здесь ты всего лишь зеленая. Что такое-то? С какого раза он меня простит? Я запретил тебе сюда проходить. Я запретил тебе сюда заходить. Все, вышло. Становись туда. Ты туда становись. Каждому по волне укрепляем. Мама Мия, мама Мия. Следующий. Кто на волну? Следующий. Мне нельзя туда заходить. Ну что, дай тебе один шанс. Стой там. Да вы что? Я тебе даю один шанс. Я не умею. У тебя один шанс в жизни. Либо ты в команде, либо ты не с нами. Если ты не ловишь, то ты не в команде. Не попал. У тебя есть еще одна попытка. Подождите. Ты готова вернуться в команду? Да. Теперь скользко. О! Я жива, все нормально. Мне просто класть ее? Просто клади и не задавай лишние вопросы. Я не хочу слышать твой голос. Я хочу видеть твои поступки. Все. Если бы он бросил сюда, он разбил бы мне сердце. А так всего лишь повредил правую грудь. Начать лучше отсюда. С середины и растаскивать на края? Именно так. Что за бред? Ты вот сейчас сама, поэтому и топчешься теперь. Жень, я тебе об этом мне и говорила. Вообще по фигу, на чем я топчусь? Мне главное это убрать. А кто такую красоту делал? Вы? Да. Рабы? Мне все нравится. Я доволен работой. Поехали. Ручки, 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 ручки. Работа выполнена. Поздравляю. Все, что вы видите на самом острове, от огромной черепахи до маленького листочка на пальме, сделано из шоколада. А нижний ярус – это нежнейший бисквит с фруктовой начинкой. В этот раз команде Рената пришлось работать в экстремальных условиях, укрепляя десятки деталей на весу. И они справились. Торт «Волшебный остров» стал главным украшением кинопремьеры. Во-первых, хочу поблагодарить вас за участие в этом проекте. Молодцы. Спасибо, спасибо. Какие сейчас у тебя ощущения? Очень вдохновилась. Здорово, классно, интересно, необычно. Были моменты, где я очень боялась накосячить. Меня переполняет гордость за себя, за то, что я удостоилась такой чести. Этот этап я прошла, я этому очень рада, но что дальше будет, я не знаю. Не знаю я, не знаю, но очень хочу узнать. Для меня сегодня был решающий день, когда я наконец смогла высказать свое мнение Ренату в лицо, а не за глаза. И объективно я могу сказать, что я лучше Жени. Смотрите в следующем выпуске. Я принял решение.
кто из зеленых завоюет право работать в команде короля кондитеров дальше. А кто разочарует Рената Акзамова и попрощается со своей мечтой.